Просто будьте готовы, что обязательно ваши дети, обязательно что-то в вашей жизни будет случаться. Почему? Ну, ненависть, она имеет еще и обратный эффект. Ненависть имеет обратный эффект. Если очень много людей ненавидит человека, то он таким образом должен будет оплатить. Что оплатить? Он оплачивает обиды. Если человек очень много-много обижал, очень много обижал, то накапливается карма долга. И потом этот долг может быть существенным, но не обязательно для человека, для детей, для внуков, для правнуков. Почему? Очень часто такое бывает, руководители стран и так далее, они живут, жируют, там, счастливы и так далее. Потом, когда все заканчивается, проходят годы, и я знаю лично этих людей, потому что я знаком с президентами разными в нашей стране, с детьми их знаком и так далее. Поверьте, все очень плохо, очень часто плохо, потому что если не они, то дети, если не дети, то внуки, и начинается там инвалид, наркоман, там, ничего не получается, деградируют они и так далее. Ну, бывает и такое.